А это мы вышли сейчас вот из этого торгового центра. Он в жилом районе. Так выглядят современные вьетнамские жилые районы. С конями вот. С Роллс-Ройсами. С парками и фонтанами. Обязательно детская площадка, как же без нее? Я подозреваю, еще и не одна. А вот и вторая детская площадка. Шикарные статуи. Прикольно. Очень мило. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Та-да-да-дам 2. Шикарная женщина. А там вот видна эксплуатируемая крыша с садами и парками. Вот там, где купол, тоже, видимо, она эксплуатируемая. Может быть, даже есть бассейн. Тут вот, чтобы далеко не ходить детям, сразу есть primary school. И прямо напротив есть secondary school. Видимо, университет поступать надо уже где-нибудь за рубежом. Сам магазин находится под землей. Вот эти вот шикарные арки. Триумфальная арка. Это вход в магазин. Там вон видно. Лестницы. Но выходим из волшебного царства и попадаем во Вьетнам. Обычный Вьетнам с трэшем, с байками. Они, кстати, метро строят.